Приветствую, ребята. Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Team Kirby Clash Deluxe. И давай, и приступим. В прошлой серии мы добрались до второго ордила босса, Виспивудза. Но сначала, прежде чем с ним сразиться, нам надо стамину нашего мечника прокачать. И для этого я специально амибо эти вот сделал. И вот теперь на Кримсон Хелм хватает. На шлем Кримсон. Ну что, можем покупать. Господи, трачу свои драгоценные кровные яблоки на это. Ну ладно, пох. Все, весь комплект Кримсона собран. Спросите, почему я не буду покупать единорожий? Потому что пошел нафиг отсюда. Пошли нафиг эти ваши единороги. Столько трубку свою прокачал. И в компенсацию 5 гем-эпплов. В качестве компенсации неплохо, неплохой товар. Да я скоро вернусь, моя. Всегда не рады пиздить. Ну что, погнали. Ну что, Виспи? Я уже туточки. Готовься к своему разгермидизированию. Я уже готов со своими дружками. Погнали. Astro Kirby Adventures Deep into the Ruins. The mighty and ancient fairy tree. These spirits come seem to live for the second ordeal. Второй ордил уже. Ох, второй ордил босс. Битва будет напряженной. Вот и он, Виспи. Дерево Виспи, страж леса, ее красоте. Стражи в нашем случае. Просто на файт. Так, ну поскольку у Виспи есть преимущество кидать все, что нам. Все, что в него не положено, то. Да, именно это хрень. Например, как яблоки. Поэтому сидим и катаем шары. Кстати, да. Забавный факт. Виспи нам не дает пройти через это. То есть он в прямом смысле занимает собой весь вот всю вот эту часть. Что такое? Что, червь? Откуда у него черви-то? Наносишь? На тебе! Алхимичек, вылечи! Вылечивай твою ж молнию! Вылечивай! Алхимик, ну! Красавчик! Мы спасены! Ага, конечно. Опа, мы его перевели во вторую фазу. Нифига себе, Мзу. Виспи, ты не тужись, моя. Куда он поместился?
Ну нифига себе. Взял со своего цветочного братка эту способу. Ну зашибись, молодца просто. Просто молодца со своего... Да, вторая фаза основана на второй фазе его цветочного братка. Правда, яблоки у него тут большие, хочу сказать. И воздух пьет немного сильнее. И вес он гораздо больше. В чем он смысл? Ты как трех вынес? Слушай, я совершенно не против, но ты как трех-то вынес? Срочно восстанавливаем. Мы зато обеих восстановили. Так, он будет приземляться, я... Нахер? Мне как-то хотел повторить судьбу. Вы куда лезете, олухи? Я не собираюсь его снова воскрешать, если что. Вы издеваетесь. Ты куда на свою смерть идешь? Молодца, ну просто почтение. Так, он уже сдох, алло. Мы просто атакуем его со всех сторон. В прямом смысле. Так, ну что ты будешь делать, алло? Реально, Виски, ты что будешь делать? А вот это уже опасненько. Бежим. Молодцы, благо поставили эту хреновину. Теперь уж точно я его воскрешать не буду. Прыгни на какое-то расстояние, дерево ты ничтожное. Куда я попал? Так, восстанавливаю, пока он тут. Но реально, предупреждаю, воскрешать я его больше не буду. Я думал, он уже сдох. Сдох я точнее. Отлично, остается. Все, у нас все в сборе. Можем собирать. Ну что, Виспи, попрощайся с жизнью. Хотя какой попрощается? У нас тут. Да. Уже никуда. Ну зато напер, тут-то на встречу тиммейт. Помирал не зря. Просрали. Вот, 9000 урона. Просто вниз отпускайся, хорошенький. Хороший ты наш, просто вниз отпускайся. Ты мне будешь должен, Виспи, ты, господи. Ты уже тут боль не причинил. Алло. Да, мой Crimson Blade не помогает. Нужно что-то более серьезное. Молодчик! Это то, что надо. То, что нам нужно. Теперь мы можем его бить, не переставая, пока он не сдохнет. Но учитываем в том, что наше оружие-то не вечно. Света, почему я только себя жалею? Надо бы и своим братанам помочь. Это как-то не по-товарищески. О, уже все, эффект прошел.
Бьем его, пока не поздно. Получи. Не-не-не, вот он ушел. Ему чуть-чуть осталось. Ему осталось чуть-чуть, алло. Быстрее, 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 бежим. Куда ты лезешь? На тебе. Вот. Вот срань. Переместился, гаденыш. А у нас на все про все немного-то осталось. Отправился туда, сволочь. Ты захотел. Давайте, ГГ. Давайте, ГГшечки. Ну-ка, я сбоку. Хотя, фух, мы все равно не успеем. Да ладно! Мой удар нас всех спас. Охрененно, просто охрененно. И так же, как и его цветочный браток, улетел сюда, чтоб поплакать. Он даже меньше стал. Яблоко аж упало. Офигеть, во второй тьме это скука. Кстати, да, ребята, надо все же пожалеть моих братков. Увеличить им стамину немного, да и оружие поменять. Чтобы они стали немного хорошие. Сейчас тоже довольно много других. Но как тут можно ожидать чего-то другого, если там такой пиздец происходит? Только моя сталина получилась. Ну и энергия повысилась. Я только лишь не спеву до победи. Алло. Алло, алло. Опа, мы открыли шестой. Шестой уровень. Вот это вот. Вот это хареновины. Having conquered the second target. Can Kirby now faces ever more powerful than the item you regularly earn, the volcano, has become clear. The battles will grow. Так, вулкан, ё-моё. Нас кто-то должен поджидать. Панкеатичку. Ну да, моё. Так, что там у тебя за новенькое появилось? Золотой? Чё? Ты случай мне охренел? А, ну что мне на этот хаммер хватит для моего подручного, а именно с хаммером? Ну, на этот уже не хватит. Так, золотой молот, охренеть как. И он точно такой же другой. Ладно, а что для нашего хилера? Золотая склянка. Ошибись, золотая, тоже дорогая. Давайте посмотрим на... Golden Staff. Золотая пизди. Правда, тоже дорогая. Чё? В смысле, это ещё что?
Такого ранее не было. Кажется, понимаю, что мне делать. Это, походу, то, что нам надо. То, почему нам надо стремиться. Ладно, для Хаммера, по-моему, в смысле я изготовлю просто молот. Да. Не обижайтесь. Зверский молот, писец. Святая склянка у нашего алхимика есть. Остается только маг. Да, но волшебного у нас не хватает, сука. Ну, подбирали. Ничего так. Зашли нам покупочки. Давайте дальше. Ну вот и вулкан, ё-моё. Вулкана у нас тут, ё-моё. Кстати, да. В Грасланд у нас что-то охтерилось. Все подготовлены. Тиммейты у нас тут. 3 минуты. А, снова колоссал. Колоссал воды. Ты куда ты собираешься? Сейчас я не понимаю.
ересь как волк. Серьезно, только сейчас? Сказать! Ни хрена себе, сколько он шок! Ну. Пас. Остается. Так. Он уже... Так. Башка уже разозлилась. И жалеть нас не станет. Мне тоже не нравится. Мои опасения подтвердились. Он еще подходить вздумал. Гадюныш. Скорее. Так, пока этого чудика нету рядом, будем восстанавливать. Слышь ты! Огненная башка! Ты сейчас я отомщу за лекаря. Ой-ой! Чего? Давай! Ну спасибо! Ух ты, на смерть пошел! Все установили. Если все из нас погибнут, то все нам всем кобздец. Это точно будет моим. Скотина. Отлично! Мы все подобрали. Да ладно! Я пёсик! Там тут прочие искусства все на практике. Ну молодцы, пацаны. Я моему устрою. 10 000 урона. Просто зашибись. Кстати, я так шибон сдох. Лежать, скотина.
Кнопки. Было сложно. Но справились. Правда, без жертв. Но ничего. Снова. Нифига сколько. Ну победите только крепкий. Ааа, было в этом месте. Да, так, 7-12. У нас 20. А вот на эту харе берется 16. Все охренено, мы просто зашли на гене. Давайте еще ради сюжета поборем это чудище или на что это. Нас морс. Охрененно, блин. Шо? Еще 10 потребовалось, собачка, ё-моё. Ну, хотя 3 квеста нам достаточно. Потому что нет. Насколько они стали сложнее, я представить не могу. Моя точность. Очень это ясно. Это пипец. Колоссальный масштаб. Ну все пипец. Ты куда бы это звонишь? Я улетаю. Не успел. Давай быстрее, произведи.
остается совсем чуть-чуть. Я только произвожу больше ярости. Я не думал, что это хренее поможет. Просто молодца, предусмотрел, конечно. Но нам всем пизды. Че? Я просто лишь полет, умолю. Ой-ой. Чё ты творишь? А вот это уже красная карточка, браток. Бля, куда я подхожу-то? Сёма, он остановился. Теперь мы можем бить его сколько можем. Так. Отлично. Что это? Что это вообще такое? Ну давай быстрее. Какая-то хрень. Опа. Редкие фрагменты? Что? Так не важно. Не будем выяснять, что это вообще такое. А надо, главное, выяснить проблему с этим боссом. Молочки. А теперь мочим, пока он ушел. Ничего, петушок. Снабжаем. Отлично, мы все восстановили. И пока что никто не сдох, наверное. Черт, он ожил. Он ожил! Так, правда, он скоро сдохнет, и это очень хорошо. Он стал еще дальше прыгать, ты чё? Если бы он умел бы еще взрываться, то это было бы камикадзе. Еще все сдохли. Из-за смерти одного из нас. Да, блядь. Молодчик, братан, просто молодчик, блядь. Ничего, мой старик Хаттабыч. Ё-моё! Братанчики, давай-давай! Выживаем, выживаем! Давайте пить его! Ну чё мы? Вот тебя в обратную сторону! Братанчик! Я за тебя там ещё. Оказывается, эта хрень ещё и поворачивается. Да хренно просто! Давай быстрее. Так. Мы вернулись оба, ё-моё. С потустороннего мира. Я уже и забыл про этот приёмчик. Я уже его теперь не использую.
собираюсь. На! Все, победа! Только что за редкий фрагмент? Ты что это такое? Я нифига не понял. Я вообще нифига не понял, что это за редкие фрагменты. Аж за них не хотим. Да пошел же нам нахуй. Зато доплатили экспешечкой. Ну и зато я победил вот этого и добыл редкий фрагмент. Офигенно. Только что эти редкие фрагменты означают? Я не понимаю. Мне достался всего один редкий фрагмент. Сшибись. Опаньки. Нифига себе, вот это преимущество, конечно. То есть я могу повышать намного больше ранги наших героев. Благодаря этим фрагментам. Охренеть. Кстати, да, еще и за задание могут дать редкий фрагмент. Правда, за очень барбежопную. За очень барбежопное задание могут дать редкий фрагмент. За поинты. Именно за вот такое вот количество намного. Да это очень много поинтов. Да еще кодексы надо поменять. Я их особо-то покупать не хочу. Только что эти редкие фрагменты означают, я так не понимаю. И вообще, нам они могут ранги повышать. Следа, я могу уже купить вот это. Но мы тут копили все это время на вот эту вот, нашего волшебника. Да, надо будет беречь ее. А точнее, копить на задание, конечно. Эти яблоки, это, ё-моё, самая лучшая вещь, ё-парасоте. Ладно, ребята, на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. А я пока разберусь, как вот эти редкие артефакты вообще работают. Какие? Так, ладно, пофиг, разберемся. Но пока что... До свидос. Пока.